Хочешь, я скажу? Хочешь, ну, скажи что-нибудь такое важное. Ребятушки, большое спасибо, что вы пришли послушать замечательных музыкантов. Я думаю, что вы уйдете отсюда с таким зарядом хорошего настроения. Но нет, не сейчас. Я проецирую, ну так, на ближайшее будущее. Нет, ну так, полуближайшее будущее. Как только они заиграют. Вот как только они заиграют. Нет, как только заиграют, вам все станет ясно. Поэтому я не буду много говорить, я просто дам им играть и петь. Миша Башаков и Борис Плотников. Пальцем дверь, я иду искать тебя, великая теперь, где ты и как в тебя попасть, упасть или залезть, и как узнать, что значит знать, все то, что значит есть. Натянутая тетива, земля и воздух ждут. Когда через меня стрелой сейчас и здесь пройдут. Мой смех гарантия я есть, с собой пускаюсь в пляс. Но здравствуй, ласковая здесь и мудрая сейчас. Дрожат мосты, созвездия дрожат, и в прах былой мечты на ней не смысл сжат. Теперь и тут, сейчас и здесь я прыгнул в это весь. Сейчас и здесь, теперь и тут внутри меня цветут каждый механизм. Дает однажды сбой, не отождествляй себя с собой, себя с собой. Каждый механизм дает однажды сбой. Я тут здесь знаю себя с собой, себя с собой, себя с собой, себя. Выхожу из дома прочь, толкаю пальцем дверь. Я иду искать тебя, великая теперь. Где ты, как тебя попасть, упасть или залезть? И как узнать, что значит знать, все то, что значит есть. Я выхожу из дома прочь. Так, сочинив несколько песен на диване, я взял с собой гитару, толкнул пальцем дверь и вышел из дома. Теперь сочинять приходится порой на ходу. Я отправился в путь далеко, в
По пути мне встретился парнишка, который играл на губной гармонии. Мы пошли вместе, и вот мы дошли до Лос-Анджелеса. Мы очень рады приветствовать вас сегодня здесь и играть для вас. Вот эту не надо сделать.